поселке Афипском продолжает выяснять причины неприятного запаха. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева создана комиссия по санитарному контролю за атмосферными выбросами Афипского нефтеперерабатывающего завода. В ее состав вошли представители нефтеперерабатывающего завода, Роспотребнадзора, районной администрации, врачи-эпидемиологи, экологи, инициативная группа поселения. 23 июля состоялось второе заседание комиссии. Участники встречи обсудили сложившуюся ситуацию с выбросами. Слышите мой голос? Вот это... Вот этого запаха уже начинает просто происходить. И в 5 часов утра я проснулась от запаха газоля. Вот как газа, понимаете, как вот вы приезжаете на бензозаправку, и вот этот вот запах. Я позвонила, зафиксированы сегодня все, ну 2 раза за ночь, вы уже простите, понимаете, у меня уже просто прям слезы уже на глазах. Я не могу здесь, мы военнослужащие, мы не можем отсюда просто уехать, вы не понимаете? Давайте как-то побыстрее это все решать. Значит, начиная от губернатора, министра природных ресурсов, ФСБ, значит, прокурора края, я подключил всех, кого можно. Поймите, специалисты должны разобраться. Технадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор должны поставить диагноз, откуда идет этот запах. Мы с вами не специалисты. Я понимаю вашу общую боль, поэтому мы здесь и сидим. Если бы это можно было за один день найти и ликвидировать, давно бы мы ликвидировали. Уже больше 150 звонков вот за это время, значит, от жителей поселка. Значит, Сергей Николаевич, просьба такая, вот мне жители говорят, где-то с 2 часов ночи до утра, если есть возможность, тоже мерить, потому что особенно в 5, где-то начало 6, более усиливается этот запах. Поэтому вот лаборатория, чтобы она работала не только там до 12, там до часа, а потом и ночью, чтобы она работала. Жителям есть необходимость звонить и фиксировать присутствующие, скажем так, запахи? Либо в этом необходимости нету, так как лаборатория работает? Чем не больше звонков нам поступает, имеется в виду, с информацией о нарушениях, тем для нас лучше. Понимаете, мы сразу смотрим, делаем аккумулирование, с какого места, откуда, как, почему, зачем и так далее и тому подобное. То есть делается анализ предварительно. После этого на основе этого предварительного анализа уже делаются определенные движения в дальнейшем. Нам на настоящий момент, вот поверьте, я же не просто вам говорю, что мы вот этим занимаемся. Мы найдем этот источник, в любом случае найдем. Но для этого нужно что? Информация и время. Все, информацию мы накапливаем. Кое-что уже нам понятно. Что-то нам еще непонятно. Нужны были дополнительные приборы, пришли дополнительные приборы, которые, так сказать, дают основания уже делать иные выводы из тех замеров, которые производятся. Нужны будут еще какие-то приборы, еще будут эти приборы. После совещания участники комиссии отправились на территорию Афипского нефтеперерабатывающего завода, где посетили установку рекуперации паров и строительные объекты, которые могут быть причиной загрязнения воздуха в поселении.